Всем привет! Сегодня продолжаем обзор монет Национального банка Украины. Серия «Народные промыслы и ремесла». Это серебряная монета. Номинал монеты 10 гривен. Введена она в оборот в 2010 году. Тираж монеты 10 тысяч штук. Называется «Гончар». Посвящена она, монета, довольно-таки очень важному виду хозяйственной деятельности, ну и в принципе художественной деятельности народов не только Украины, но и всего мира. Это гончарство. Пришла монета в таком футлярчике. Футляр. Ну, если первоначально у меня было впечатление, скажем так, натянутое, то сейчас как бы немножко уже... Ну, побыли эти монеты у меня, как бы покрутил их в руках, ну, немножко поуспокоился. Основное, скажем так, так это не зауважение. Предупреждение, скажем, да, для тех, кто никогда не покупал монеты в таких футлярах, либо не крутил их в руках, не держал никогда. Обратите внимание, нижняя сторона у нас плоская, верхняя сторона немножечко с таким пуфиком. Вот если видно. Это для чего? Когда вы открываете монету, вы можете ее просто выронить. Это у меня такое было. Я не выронил, я ее успел поймать, но вот таким образом, когда первый раз взял эти коробочки, я вот так открывал, и монета чуть не выскользнула вот так вот, да? Она, можно ее на пол швырнуть очень легко. Поэтому будьте аккуратны. По оформлению. Коробочка интересна, здесь бархатистая поверхность такая, ну это как стандарт, да, в прошлых видеях, если смотрели, то, наверное, тоже знаете. Идет здесь шелк, если не ошибаюсь, тиснение, такое немножко золотым идет, у Национального банка Украины это, ну, герб, ну, логотип точнее даже, да. Вложен у нас сертификат «Народные промыслы и ремесла», именно гончар. Сертификат идет на украинском, на английском языках. Это, естественно, это ссылка на Национальный банк Украины. Там при заходе на сайт можно выбрать только украинский и английский языки. Ну, идет краткое описание. И техническая характеристика на монету. Сейчас я немножко увеличу, сфокусируюсь. Кому интересно, сможете посмотреть. Так. Видно, да, идет серебро, идет размер, вес, тираж, такая и серийный номер. В серийных номерах я не разбираюсь, насколько они интересны, неинтересны, но это уже может быть к специалистам, которые более в этом больше разбираются. По сертификату, в принципе, все. По самой монете. Сейчас я ее достану, попытаюсь на нее сфокусировать. Ссылочку на распечатку я вам приложу где-то в описании, постараюсь. Вот, для того, чтобы можно было подробнее это все посмотреть. И ссылочку на саму монету я вам тоже прикручу в описании, сможете глянуть на нее. Монета в таком футлярчике идет. Ну, не футлярчике, а в капсуле. Выполнена монета очень хорошо, мне очень нравится. Такая она объемный рисунок имеет. Давайте по это самое вкратце, так скажем. Сейчас я немножко увеличу, сфокусирую на монету. Вот так вот постараюсь сфокусировать на ней. Так, секундочку. Одной рукой неудобно. Варежки телефон не фокусируется, скажем так. Так, по монетке. Итак, здесь у нас идет подписано гончар. Сам ремесленник сидит, да. Готовая продукция какая-то. Ну, это стеллажик, не стеллажик, ну, просто вот на полу уложено. Просто какой-то орнамент. Ну, без всякой задней мысли. По этой стороне, в принципе, особо, ну, плясать некуда. По этой стороне у нас идет
Видите, да, у нас идет этот самый проба, логотип монетного двора. И идет у нас, по-моему, вес тут припечатанный. Сейчас я, видите, да, вот у нас идет вес, проба, и там идет логотип монетного двора. По этой стороне. У нас идет малый герб Украины. Подписано Национальный банк Украины. Идет орнаменты. Это у нас идет готовая продукция складирована. Так, у меня что-то телефон пытается сфокусироваться куда угодно. И такие-то птички, ну, петушки там, да. Вот 10 гривен подписано. Год выпуска. Ну и в принципе. И в принципе, по-моему, все. А вот я пропустил. А, нет, Национальный банк ничего не пропустил. Вроде все. Больше особо по ней ничего не расскажешь. Не вкладывали никакой там мистический смысл. Никаких там, ну, тайных знаний не вложено ничего. Вроде все. На этом буду заканчивать. Если было интересно, либо вообще как-то пригодилось, подписывайтесь. Будут еще разные монеты, будут по кофеваркам. Если есть какие-то комментарии, либо, ну, вопросы, обращайтесь в комментариях, пишите. Это помогает всегда, скажем так, обратную связь налаживать. Все, на этом прощаюсь. Удачи, до свидания.